В американском штате Оклахома взлетел на воздух мост через озеро Форт Гибсон. Взрыв был контролируемым. Его произвели по распоряжению Департамента транспорта. Постройке было почти 70 лет, и за это время она серьезно обветшала. Автомобильное движение по мосту стало небезопасным. И в конце прошлого года водный переезд продублировали новой конструкцией. А затем, как перестанет существовать старое, с интересом наблюдали вооруженные камерами и мобильными телефонами журналисты и местные жители.